Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Պատերազմն հայտարար, պատերազմը ստննական։ Նոր պատերազմ, նոր տարածք։ Восьмое мая 2018 года. Никол Пашинян в результате бархатной революции был избран парламентом премьер-министром Армении. 27 июля 2018 года. Арестовали второго президента Республики Армения и первого президента Республики Арцах Роберта Кочаряна. 18 августа 2018 года. Никол Пашинян в ходе митинга на площади республики заявляет: «Я пока даже не вел переговоры по Карабаху, а они говорят, что пришел сдать земли». 2 сентября 2018 года. Армения отозвала Юрия Хачатурова с поста генсека ОДКБ. Ему предъявили обвинение. 26 ноября 2018 года. Депутат Национального собрания от партии «Гражданский договор», ныне председатель Союза добровольцев Еркрапа Сасун Микаэлян заявляет: «Революция была важнее Арцахской освободительной войны». 14 декабря 2018 года. Произошли изменения в руководящем составе армии обороны Республики Арцах. 9 апреля 2019 года. Никол Пашинян на брифинге с журналистами в парламенте заявляет: «Я веду переговоры не с той точки, на которой остановился Серж Саргсян, а начинаю со своей собственной точки. Это важный нюанс». 5 августа 2019 года. Во время митинга на площади Возрождения в Степанакерте Никол Пашинян заявляет: «Арцах – это Армения и точка». 21 мая 2020 года. В Шуши проходит торжественная церемония инаугурации избранного президента Арцаха Араика Арутюняна. 28 августа 2020 года. После оппозиционного продвижения в Тавуше Никол Пашинян во время торжественного мероприятия в мемориальном комплексе Сардарападской битвы заявляет: «Армянская армия подтвердила статус наиболее боеспособной армии в регионе. Орденами и званиями торжественно был награжден 71 военный». 1 сентября 2020 года. Генсек ОДКБ Станислав Зас написал письмо секретарю Совбеза Республики Армения Армену Григоряну. В письме подробно описывается сценарий приближающейся войны. ОДКБ предлагает провести учения 15 сентября. Армянская сторона игнорирует письмо. 27 сентября 2020 года. Азербайджан развязал войну против Республики Арцах. В ходе срочного заседания Национального собрания Никол Пашинян заявляет: «Давайте договоримся, что бы ни случилось, мы никогда не признаем себя побежденными». 7 октября 2020 года. Владимир Путин 7 октября предпринял первую попытку остановить войну. 19 октября 2020 года. С 9 по 20 октября состоялась серия телефонных переговоров Путина с Алиевым и Пашиняном. Спустя время президент Российской Федерации рассказывает: «В целом мне удалось убедить президента Алиева в том, что нужно прекратить боевые действия, но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в Шуши, при наличии наших миротворцев. Но неожиданно для меня Никол Пашинян отказался». 9 ноября 2020 года. Никол Пашинян подписывает акт о капитуляции. В этом документе, состоящем из 9 пунктов, говорилось также о последующей сдаче территории Республики Арцах. 17 декабря 2020 года. Министр обороны Республики Армения Вагаршак Арутюнян едет в Горис и на встрече с главами общин сообщает, что до 17.00 18 декабря все армянские подразделения должны быть отведены с занимаемых позиций. Войска Республики Армения оставляют позиции в Сюнике. 12 мая 2021 года.
Вооруженные силы Азербайджана вторгаются на приграничную территорию Армении, продвигают свои позиции в районе Севлич, расположенного примерно в 15 километрах от Гориса, в дальнейшем взяв под свой контроль участки дорог Гориса. 21 июня 2021 года. В Армении проходят неочередные парламентские выборы, на которых побеждает партия «Гражданский договор». Никол Пашинян переизбирается на пост премьер-министра. 21 августа 2021 года. Решением Никола Пашиняна армянские войска были выведены из республики Арцах. Наряду с вооруженными силами вывозится множество боеприпасов, в том числе тяжелая военная техника. 25 августа 2021 года. Азербайджанские военнослужащие вторглись на территорию Армении и перекрыли дорогу Горис-Капан. Спустя 15 дней, 10 сентября, они устанавливают КПП. Правительство Армении начинает строить альтернативную обходную дорогу. 13 апреля 2022 года. Никол Пашинян с трибуны Национального собрания заявляет: «Сегодня международное сообщество вновь говорит нам: снизьте вашу планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха, и вы обеспечите большую международную консолидацию вокруг Армении и Арцаха. Мы могли бы предотвратить войну, в результате которой у нас была бы такая же ситуация, конечно, уже без жертв». 13 апреля 2022 года. В Армении начинаются акции протеста, формируется движение сопротивления с требованием отставки Никола Пашиняна. Ежедневные акции протеста длятся 44 дня. 26 апреля 2022 года. Власти Республики Арцах заявляют, что внимательно следят за акциями движения сопротивления в Ереване, однако не выражают никакой позиции, считая начавшуюся во время Арцаха борьбу внутриполитической проблемой Армении. Май 2022 года. Три населенных пункта Кашатахского административного района Арцаха – Бердзор, Лачин, Агавно и Неркинсус – были сданы Азербайджану. Сдается весь Лачинский район. Министр территориального управления инфраструктуры Республики Арцах Айкхан Умян заявляет: «Новый маршрут Бердзорского коридора будет запущен в первую неделю сентября». 13 сентября 2022 года. Азербайджан начинает боевые действия на границе с Арменией. Нападение осуществляется по следующим направлениям: Сюник, Гегаркуник, Вайотзор, после Арарат. Азербайджан оккупирует около 150 квадратных километров территории Республики Армения. 27 сентября 2022 года. Армянская сторона вновь отказывается от учений ОДКБ, в дальнейшем от предложения об участии еще в двух учениях. 6 октября 2022 года. В Праге проходят четырехсторонние переговоры с участием председателя Евросовета Шарля Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. В сети появляется обсуждаемый документ, по которому Армения признает Арцах в составе Азербайджана. 8 октября 2022 года. Председатель комиссии Национального собрания по внешним отношениям, член гражданского договора Эдуард Агаджанян заявляет: «У Армении больше нет ресурсов для обеспечения безопасности народа Арцаха». 6 ноября 2022 года. Депутат гражданского договора Виген Хачатрян заявляет: «Говорят, мы сдаем Арцах. Как мы можем сдать то, что не наше?» 12 декабря 2022 года. Азербайджан блокирует Лачинскую дорогу, связывающую Арцах и Армению. 23 апреля 2023 года. Азербайджан перекрывает мост Акария и устанавливает КПП. 17 мая 2023 года. Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках 4-го саммита Совета Европы в столице Исландии Рейкьявике заявляет: «Армения признает территориальную целостность Азербайджана площадью 86 600 квадратных километров». 22 мая 2023 года.
На пресс-конференции в Ереване в ответ на вопрос журналиста, признает ли он Нагорный Карабах частью Азербайджана, говоря о признании 86 600 квадратных километров Азербайджана, Никол Пашинян говорит: «В 86 600 квадратных километров Азербайджана входит и Нагорный Карабах». 11 июля 2023 года. Азербайджан полностью блокирует единственную дорогу, связывающую Арцах с Арменией, мотивируя это тем, что якобы были попытки провоза незаконным путем различных видов контрабанды на машинах Международного Красного Креста. 31 августа 2023 года. Президент Республики Арцах Араи Карутюнян уходит в отставку. 11 сентября 2023 года. Никол Пашинян заявляет: «Я сожалею об отставке Араика Арутюняна. Что касается недавно избранного лидера Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна, думаю, ситуация такова, что поздравлять особо не с чем». 19 сентября 2023 года. Азербайджан начинает широкомасштабное наступление на Республику Арцах по всей линии соприкосновения, применяя все виды оружия. 19 сентября 2023 года. Никол Пашинян обращается с посланием к гражданам Армении, заявляя: «Армения еще с августа 2021 года вывела вооруженные силы Республики Армения из Нагорного Карабаха. Будет следить за событиями в Арцахе, но вовлечь Республику Армению в военную провокацию он не позволит». 20 сентября 2023 года. Оставшаяся один на один с Азербайджаном Республика Арцах, чтобы спасти граждан от резни, соглашается на условия Баку, а именно – расформировать армию и сдать оружие Азербайджану. 24 сентября 2023 года. С целью избежать геноцида начинается массовая депортация народа Арцаха в Армению. По состоянию 1 октября 2023 года на 20:00 число насильственно перемещенных граждан Республики Арцах составляет 100 514 человек. 28 сентября 2023 года. Президент Республики Арцах Самвел Шахраманян в связи с создавшейся тяжелой военно-политической ситуацией, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцах, принимает решение, согласно которому с 1 января 2024 года Республика Арцах перестает существовать. 28 сентября 2023 года. Никол Пашинян заявляет: «Анализ текущих событий показывает, что в Нагорном Карабахе в ближайшие дни не останется армян».